Всем привет, меня зовут Толя, и вы на канале про крестики. В конце прошлого года, ну или в начале этого, точно не помню, вышивальная моя подруга пригласила меня в гости. Она подкинула идею для видео на канале. Это ездить по домам рукодельных подруг. А это уже второй дом моей рукодельной подруги, ну девушки из нашего чата, в котором я была. Снимала в первом, но везде было что посмотреть, это всегда так интересно. И идея мне очень понравилась. Я с удовольствием воспользовалась приглашением, съездила к Лене в гости. Мы посидели, попили чая с тортиком. Какой чай? Мы кофе с ней попили. У нее сделала прекрасный кофе. Походила по дому, я, честно, не ожидала. Ну, вы сами увидите, это не дом, это музей. Причем экспозиции меняются, соответственно, времени года и настроения хозяйки. Я не могу описать, это надо видеть. Услышала много интересного, и я даже много еще не успела снять. Поэтому, слава богу, я не испортила себе впечатление. И Лена готова меня в гостях увидеть еще раз. Как раз у нее поменяется на весеннюю экспозицию. Да, я выкладываю это поздно, но, как я уже говорила, я там болела. Проблемы с монтажом, проблемы с внутренним ресурсом, чтобы все это делать. Я до этого наконец-то дошла. Выкладываю. В общем, потихонечку, как обещала, все, что наснимала, все, да, выкладываю. Вот, и давайте уже попутешествуем. Там, на самом деле, очень много интересного. К сожалению, повышивать под это видео вам не удастся. Надо сидеть и прям смотреть. Ладно, давай рассказывай. Это овен. Правильно? Вот это. Как ты сделала эти деревяшки? Я их не делала. Мне их сделали дети. Они взяли деревяшку, распилили, потом муж со сверлышком показал, как сделать дырочки, и дети сделали дырочки. Класс. Возьму на заметку. Я, кстати, давно еще помню эти вот эти твои игрушки, и я прям до этого на них не обращала внимания, пока не увидела, как они у тебя сделаны. А это что за фирма? Мне кажется, это сделали своими руками, но не уверена. Угу. Ой, какая цыпа у тебя там спряталась. С бисером такой. Машинин посад. Это на бутылку. А-а-а. Угу. Ой, тут еще сзади. Это у нас волшебная страна, да? Или нет? Нет, это новый Стич, мне кажется. Угу. Ну, вот это я знаю, и все, наверное, знают, что ангелы Чени. Вот не помню, знаю, но Колесниковой. Не помню. Колесниковой. Я точно. Знаю. Я знаю, но не помню. Это точно волшебная сторона. Кстати, недавно ты это в чатике вышивала, я видела. Угу. Ой, у тебя елка так красиво в кадре смотрится. Так, ну, фрузелок. А вот этот снеговик, эта игрушка, это полноценный набор был? Да, это тоже, по-моему, волшебная сторона. Их вообще в наборе две штуки шло одинаковых. Заготовки. Угу. И, ну, я... Вот это вторая, да? Или нет, прям одинаковые? Они все разные. Ну, они, mm-hmm. вернее, да, в наборе две одинаковых. Я одну себе вышивала, а вторую я или вышивала, или просто дарила девчонкам. Mm-hmm. Чтобы они отшивали, там всего хватало выше крыши. Так, вон там домик, это то же самое, да? Судя по всему, в шаре снежный шар. И рукавичка. Да. Они просто mm-hmm. все в одном стиле сделаны. Наверху. Так. И там. Вот точно помню, что видела. Вот этот вот, как планшете, он? Да, планшет. Она тоже оттуда же. Вообще шикарная. Вот планшетю прям очень хочу. Это алмазка Фрея, по-моему, единорожка у тебя. Нет, не знаю, не помню. Это Фрея. У меня похожая алмазка есть. Вот дети собирали этот щелкунчик. Это чья-то авторская. Авторская, на пластике делала, да? И он двухсторонний. Попа даже есть красивая. Ой, правда классная. Там, я надеюсь, фокусируется. А бабочка это что? Ниже. Ой, ангел. Ангел. Если не ошибаюсь, то это черевна мить. Угу. Ой, какая малюпуська хорошенькая. Это кто? Вот что-то, да, я тоже помню, что где-то видела, а где у нас сова, по-моему, такие делала. Ну, в похожем стиле. Милхил. Нет, но это не то. Не то. Милхил точно. Так, ну это волшебная страна, олень. Зингана.
А, зингана это у нас вот... Синенькая вот та штука. Вот это синенькая? Синенькая. А, выглядит просто черный света маловато. Это авторская, небось, ангел? Нет, это Риолис, их 3 штуки. Ох. Я вот как-то ищу двусторонние. Угу. Я скептически смотрела на такие штуки, пока снежинки не вышло. Вот это вообще прелесть. Это орхидея, мне кажется, вот то, что польская. Она была с нанесенкой, но нанесенка была такого качества, что я, честно говоря, просто выбросила. Взяла чистую Аиду, да, и вышла по превьюшке. Угу. О, какие красивые у тебя все-таки. Елка шикарно смотрится. А это ринкази? Угу. Как со сборкой? Понятно. Как со сборкой? Ну, я его не добила. Где? Он должен поплотнее все-таки быть. А, я его сделала очень мягким, да. Угу. По факту, как бы надо было в него больше впихивать. Ну, кстати, очень нравится, как ты этот шар оформила. Прошу прощения. Ага. Я тогда прервусь, потому что я хочу тебя поспрашивать. Это, по-моему, 1007. 1007? Да? Ну, значит, или 5. Что-то я видела такое. Они большие. Я тогда без саги вышивала по бумаге, поэтому я даже не знаю, сколько я вышивала, честно. Я считаю, мне кажется, даже ничего не записывала, когда я вышила. Сейчас ты ведешь дневник? Я пытаюсь. И как? С переменным успехом. Понятно. Это у тебя дети делали? Мальчишки? Да. Не буду говорить, кто, я не помню. Ой, прям классно. И дерево, по-моему, не на деревянный, нет? Нет. А, нет, это так расплавлено. Да. Ты еще и вяжешь? Честно, нет. Это 2 игрушки, которые мне дети купили в поездке и подарили. 2, вторую я еще не нашла. Сейчас дойдем до нее. Шапочка. А, ой, какие миленькие, господи. Я понимаю, что это не мое, но вроде как это ручная работа, да. Функционировалась, поэтому я ее, честно, повесила сюда. Так, это волшебная страна, а вот это у нас вместе с машинкой ее на машинкой с елочкой. Мне кажется, одна фирма, нет? Нет, это вдохновение, мне кажется. Ну, возможно, ошибаюсь. Натыкалась недавно, может, и вдохновение. Я где-то видела это, рассматривала. Вот, кстати, второй овен. Сова. Мальчишки тоже делали, да? Сова, да. О. Эта лошадка откуда? Тоже был совместник. Угу. Ты еще и по совместникам ходишь. Это очень-очень редко. Это просто мне очень понравилась лошадка. Поэтому я начала с паровозика. Вот, и лошадка была последней. Домик из журнала, ты сказала. А это тоже мальчишки. Бабочка. Так. Ой, какая прелесть. До этого я еще не рассмотрела. Это старенький Риолис, я помню. Риолис. Анкор нитки, да? Шерсть. Это шерсть? По-моему, шерсть. Нет, это мулине. Мулине, посмотри, подойди. Ты пока смотришь, скажи мне, вот это кто? Чей? Это не овен же. Нет, это чей-то авторский. Ага. А вот это Мил Хилл коньки. А это да, это... Да, это не шерсть, это полутрава. Ну ладно, не шерсть. Как ты к шерсти относишься? Очень хорошо. Я это очень люблю. Я сейчас... Кстати, чертополох у меня вышит, и мне мамин очень нравится, я второй собираюсь вышивать. Вот пришел мне буквально вчера. Будет у меня для мамы такой же чертополох вышит. Это была моя первая большая работа шерстью. Ну, пока единственная. И мне тоже очень нравится. Mm-hmm. Лошадка. Риолис. У них, то есть, не только эти. Mm-hmm. Класс. Шар. Шар ходили с детьми на какой-то мастер-класс. Наш магазин «Стежок» у нас был недалеко. Mm-hmm. Вот. И так как мы там прям часто-часто были покупатели, многие мастер-классы нам... Понятно. 3 по цене одного. Это фрузелок. Мне очень нравится такой узор. У тебя и скатерть такая на кухне, я обратила внимание. Вот с этим, с этой вот
Ну, вот, вот с этими. Не помню, как они называются, но такой символ. Это волшебная страна, наверное. Да, Снежинка? Наверное, да. Как тебе на пластике? Мне понравилось. Да? Да. Там уже мононить, по-моему, у них своя, да? Там лежит. Слушай, наверное, да. Но я почти все железкой вышиваю, поэтому... Железкой? Леской. А, леской, господи. Поэтому мне, наверное, в принципе, без разницы, что там лежит. У меня самая тоненькая лесочка, и мне так как-то раз-раз и... Угу. Ой, это тоже. Нет, это вудстич. Ну, вудстич, я к тому, что тоже на пластике. Угу. Она буквально там часа 3-4, наверное, заняла на самом деле. Боже, какая прелесть. Это пятачок. Это, по-моему, Лукас был. Но он должен был быть на открытке? Конве, да. А, угу. На мелкое. Ну, у меня были остатки, поэтому он у меня стал игрушкой. И это, видимо, тоже Лукас. Да. Угу. Ой, вот этот паровозик. А вот с этого, да, и начался, так как мы все потом стали железнодорожники, то у меня папа железнодорожник, у меня сестра железнодорожница, я, муж заканчивали, свёкор, сейчас вот Серёга учится. Ну, вот это наш тотем. ПГУПС? Да. Ну, сейчас он не ПГУПС. Ну, наверное. СПГУПУ, короче, ПУПСом. Да. Я там практику проходила в университете путей сообщения. В... Господи, как же, проректор. У меня с одной стороны был проректор, с другой декан. Угу. Вот я сидела в приемной. Так, машинка. Это чья? Это все вот из того же совместника. Угу. Это МП-студия. Да. Хоть где-то не ошиблась. И вот это, похоже, тоже. Тоже, да. Ну, вот у меня есть подружка, с которой мы уже, не соврать, 34 года вместе. Ага. И я ей могу прям прямым текстом сказать, что подари мне, пожалуйста, Новый год то-то, то-то и вот это. Угу. Или на день рождения. И вот она такая умница, она всегда мне дарит то, что я ему прошу. Ну и она даже когда дарит не то, что я попросила, она настолько знает мой вкус, настолько она угадывает, конечно. Угу. Шарик. Шарик это мы красивый. Делали с детьми. Это ходили на мастер-класс тоже. Очень красивый. Вот похожие вот эти переплетения мне... Ой, нитка такая неудобная с ней, мне кажется. Похоже. Плоская, да? Нет. Нет? Это обычная сетка. Да ты что? Да. Классно. Так, там еще шар, это тоже 100% мастер-класс с детьми, синий шар внизу. Нет, это не угадала, это мне подарили. Это моя родственница маленькая. Ну, она уже не маленькая, но уже девушка красивая, взрослая. Ну, вот она знает, что я люблю такие вещи, она мне подарила. Елочки. Ёлочки. А что за ёлочки? Ёлочки из журналов, скорее всего. Mm-hmm. Вышиваю крестиком, наверное. Вот. Началось всё с большой, потому что мне куда-то хотелось какие-то там маленькие игрушечки приделать, бусинки. Mm-hmm. Ой, шармики такие вот. Всякие. Ага. Туда и пошли все. Не все, конечно, но пошли. А потом мне показалось, что, знаешь, одна ёлка скучна. Значит, надо ей как-то еще что-нибудь дошить. Угу. Вот, и в обычных горшках, в горшке набит старый пластилин. Все там держится. О. Вот. Так, это Риолис или Овен? Риолис, да? Риолис. Угу. Свеженькая, по-моему, свеженькая. Нет? Угу. Черепашка, это вот... Да нет, это не черепашка, это чебурашка. О, чебурашка, господи. К пятачку вместе. Ага. А вот это чего? Это, мне тоже кажется, черевна нить. Угу. Красиво очень. Вот это, ну вот это вместе с тем шаром, наверное. А это делал кто-то уже один только из детей. Мне кажется, что это Максим, но я не уверена. Это прям вот он сам делал. Так. А вот эти, вот такая, например, елочка, она из какого-то набора вас с волшебной страной, например, или ты отдельно покупала? Нет, это обычные заготовки для декупажа и раскрашенные мальчишками. Ага. Так, с этой стороны мы вроде... Вот этот шарик не смотрели, золотой. Да, это тоже кто-то из детей. На пластике, по-моему, да? Пластиковые эти, да, продаются в Леонардо. Это же тот самый киндер из киндеров. Mm-hmm. Кто это? Это совместник. Ага. Mm-hmm. Мне кажется, я уже спрашивала, но я так немножко сумбурно... Он тот шарик точно, детки, мышка. Это младший делал, да, на год мыши, прям на конкурс и
принес домой приз, мы его радостно съели. Хорошо, когда приз можно съесть. Снеговик? Снеговик. Совместник? Нет. Снеговичка, жар-птица. Ага. Из старых, наверное, наборов, да? Жар-птица. Почему-то я не помню. Мне кажется, ее года 2-3. Все, что до того, как я начала вышивать, вышиваю я с 19-го года, для меня уже из старых. Так, елка – это волшебная страна. Mm-hmm. Вот этот домик, мне до него не дотянуться. Это что? А это часы. Часы, да. Это тоже из журнала. Мне кажется, это вот девочка, которая делает объемные игрушки. Нани, студия Нани, или как-то так называется. Ага. Что у нас сейчас вышивает Аня? Тигры. Да, кстати. Я думала, это Триолиса тигр, нет? Нет, мне кажется, она у этого покупала. Может быть. Лошадку еще не посмотрела, не спросила, чья. Какая лошадка? А, заготовка это была дивная вишня. Угу. А схема тоже в журнале. Как ты еще схему подбирала, подбивала под это все? Там была прям такая маленькая, со сноской, что в дивной вишне можно купить такую заготовку. Ой, как здорово, когда они все продумывают вместе. Mm-hmm. Про мышонка не спросила. Так интересно. Мышонок Риолис. Да. Класс. Ну, я прям... Ой, нет, не все, вот еще. Здесь у нас кошелечек. Тоже Риолис, очень-очень старенький. Это игольница. Надолго была у меня игольница, а потом она поселилась на елке. Я, кстати, вот это мне очень зашла, такая игольница. И узнаваем Риолис почему-то. Mm-hmm. Может, потому что я сейчас вышиваю вот этих вот... Это яйцо, которое с анюткиными глазками, но чем-то похоже. А, яблоко. Ой, я его сняла. Я не повешу назад. И положи его, пожалуйста. Ага. Ну, только ты... Ой, какая красота. В общем, да, это моя мечта, рукодельная елка. Не, вообще была долгая мечта именно в спальне елку иметь. О, и тут мы плавно перешли на стены. Да. Ну, тебе все отсвечивает, да? Ну, немножечко, но я вот как раз снизу снимать, и нормально. Это айвар, как ты сказала, 7 лет назад? Айвар Пожарский, да. Айвар Пожарский, 7 лет. Это? Нет, это оформление, а набор это Алиса. Ну, набор Алиса, да, это да. Это Дим. Угу. И вот это металлическое для флажка, да? Тоже шло. Ага. Угу. А вот это? А это китаец. И тоже багетка? Нет, по-моему. Нет. О, паспорту кто делал? Студия... Я скажу как. Студия Крупа называется. ДК имени Крупской. Там можно паспорту купить? Да, там можно вырезать под любой размер все, что ты хочешь. И очень достаточно бюджетно получается. Ну, слушай, надо туда заехать, потому что я хочу... С мужем есть идея, что он у меня займется оформлением. Будет раму делать под мою вышивку, потому что он прикинул, сколько все это стоить будет. А учитывая, что я хочу без стекла оформляться... Только одну работу я пока вижу под стеклом. Это вот этот полиптих, который карты я вышивала. Uh-huh. Вот, только ее. Но я представляю, сколько там это все встанет. Я конючу обычно какие-нибудь девайсы. То стиральную машину, ой, посудомоечную машину, то у меня там 2 года назад мне дарили Амур. Uh-huh. И вот то, что я говорю насчет того, что на день рождения я прошу швейную машинку, я ее прошу от, ну, как бы от мужа и от родни. Uh-huh. Ну, то есть от всех один подарок. У меня вот эта вот вышивка, одна из любимых. Новая слобода, её... нет? Нет, это вервака. Ага. Мне ее муж подарил, когда я была беременна. Ой, я ее вышивала уже, так целезая, конечно. Ага. Я ее вышивала уже, будучи как бы, ну, он у нас уже родился. И у нас Макс был настолько похож на этого мелкого, вот прям меня смотрели и говорили, ты что, по фотографии делала? О. Ага. У меня вервака сейчас первый набор, подушка на стромине шерсти. Не наступи. Ага, спасибо. Просто тебя укусит за это дело. Не сильно, но покажет. Песель, красавец. Подушка. Подушку ты сама шила? Да. Подушка сборная солянка, потому что это моя юбка. Это тесемочка была чай.
перевязан. Ну, это от чего-то я отпорола кантик какой-то мебельный, еще что-то. Еще и золотой ниткой прошито. Да. Я решила, что так оно будет симпатичнее. Да, классно. Это у тебя чехол? Да. И все очень просто. А это удобно? Очень. Вот такие? Да. Да? Да. Они снимаются по сезонам, я их снимаю. У меня летом другие подушки. Блин, можно там же реально меня, менять чехол, там у меня тоже Ришман новогодняя. Тут. Мне я сделала перенабор еще на другую птицу. Потом я еще другую. А это там сезон зимний? Ну, типа да. Ой, какая классная. Ну, это когда-нибудь, это в планах, знаешь, типа. Угу. Мне, кстати, вот эта ткань нравится, как будто она грязная такая. Да. Так, ну погнали. Не, ну пошли, зачем ты так нужно? Сниму работу. Это масло? Масло, да, на холсте. Ой, оно прям объемное. Да, оно мне очень нравится, видно. Честно. Ага. Вот ходишь, у тебя тут рукодельное, там что-то тут еще, и везде их... А мне нравится, что они у тебя все оформлены, очень классно оформлены. Вот, можно я танчики сниму? Конечно, можно. Класс. Это хобби Лениного мужа. Крутые танки. Ой, прям даже отсюда немного поснимаю еще. Ну, тут уже отсвечивает. Подсветка классно сделана. Она, видишь, перегорела наполовину. Ну, но это этот лечится. Шкаф, когда мы заказывали мебель, муж вообще не хотел в этот угол ничего ставить. А я ему сказала, что я ему подарю шкаф. Я вот именно этот стеллаж полностью оплатила и поставила в этот угол. Когда он типа стал смущаться, я говорю, это мой подарок для твоих танков. Все, вопрос был исчерпан. Да, потому что танки у нас до этого стояли в детской, там что-нибудь доприлетало к ним периодически. После этого, естественно, у мужа портилось настроение, после того, как танк слетал с полки. Угу. Ну, вот. Пару раз еще кошка туда сиганула, поэтому вот этот мой подарок, он прям очень такой. К тему был. Да. И теперь это алтарь танком. Да. Ой, сразу вышивка. Это нужная, да, вышивка, потому что, смотри, она же не просто так, она же, видишь, там подставки под пиво. Это хобби собирать? Ну, да, это он из многих пабов приносит. Угу. Ну и заодно, видишь, вот как бы раз, и нужная коробочка была купленная, от пива отдирались наклеечки. Это докупажила ты? Да. Ух да, это прям был первый самый опыт, когда вот я пробовала что-то сделать, потом уже было поинтереснее, разное другое. Но... Я вот люблю такие самоделки. Так, тарелочки. У меня тетя собирает тарелочки, но у них там немножко другая история. Они ездят, куда-то ездят и там покупают тарелку. Да, мы так же. Ну, тоже из поездок. Да. И вот, знаешь, смотришь такой, думаешь, ага, можно было бы, например, подарить Лене тарелку, а потом думаешь, нифига нельзя, и если тебе повезет, ты угадаешь со вкусом, то смысла от тарелки тоже нету, потому что это они, как правило, все с историей. Да. А как ты относишься к подарку вышитой работы для вышивальщицы? Если это маленькая, то прям очень хорошо. А если большая? То, наверное, надо знать человеку, кто дарит. Угу. А с другой стороны, большая работа крадет твое место под вышивку. Я не согласна, потому что я меняю вышивку. Поэтому, в принципе, мне вообще не страшно. Блин, надо на самом деле взять на заметку и в будущем менять, потому что я смотрю на все свои запасы. Так, это просто покупная, да? Это, да, из Испании были привезены маленькие... Панельки? Нет, это не панельки, это... Вот прям квадратики были. И Женька сам их собирал в слово. Как они называются-то, господи? Кофелинки. О, капельки. Вот в творческой семье все куда-то приделывается, все как-то. Да. Но нам тарелки тоже привозят, на самом деле. Ну, здесь... Нет, свет не включить, ладно?
Тут, может быть, только если вот так, но от него толку не очень много. Не, не помогает. На самом деле, я тут зашла, да, в туалет заходила и в ванную. Ну, стена же есть. С чего бы не использовать, согласна. Слушай, а тебе не заливают? Нет. В смысле, вышивку? Да. Нет, да столько не... Вообще, это очень нужная вышивка, она дырку прикрывает. Что-то знакомое. Где-то я это уже слышала. Нет, она серьезно прикрывает. Там, смотри, у нее вот эта вот штука, она лишь специально так сделана. До этого была другая. Ага. Здесь у нас была раньше вот эта вот полукруглая и вот ага. Лень. А, я поняла. И вот эти вот... И удобно? Ничего сюда не льется? Нет. Класс. А почему должно льется? Надо подумать на этот счет. Так... Кардинал Димовский. И ты перевела. Там ничего не написано было или написано? Или что-то такое. Ага. Ой, какой котик со снегирем. Он меня по ноге гладит. Че, я перестань? А, нет, я не против. Мне просто интересно, что это значит. Это значит, что ты ему очень нравишься. Он проявляет свою любовь. Ты щетки. Я не против, чтобы ко мне любовь проявляли. Это сексуальная любовь. Ну ладно. Тогда, пожалуй, не стоит. У меня муж ревнивый. Один год у нас на этой елке ветке висела еще и гирлянда мигала. Но оказалось, что она, в принципе, здесь не нужна на самом деле. А как ты вешаешь? На что это? На что? В смысле, на что? На гвозди? У тебя там специальные гвозди? А, для гирлянды-то? Для вот елки этой. Там, да, там наверху крючок большой такой вбит специально. А когда нет елки, что на этом крючке? То на крючке ничего, а вот рядом вышивки. Они спрятаны? Да, они спрятаны. Но они убраны. А, сейчас. Совсем, убраны. Вот, да. Вот видишь, ага. Гвоздички, вот да. Да, да, да. Вот там потом вешаются обратно еще некоторые тарелки, некоторые штучки и вот. Ага. Но у нас каждый год меняется. На этой ветке разные становятся. Это ты давно вот развлекаешься тем, что что-то новое придумываешь, столько да. Украшений? Да. И как твоя относится? Наверное, в восторге. Да. Все да. Долго у тебя это занимает? Подготовка к дому, к Новому году? Обычно 2 захода. Первый мы где-то в первых числах декабря. Расставляем всякие статуэтки, украшаем, вот, развешиваем картины, там, мишуру, а елку мы ставим уже где-то вот там 20-х числах, 15-го, 20-го. Угу. Но так как этот год у нас ремонт был в подъезде парадный, угу. То елку мы поставили 28 числа, и вот до этого прям мыли, потому что это было очень все тут. Юбка. Какую функциональную это он выполняет? Закрывает просто, да? Да. Ага. Мне вот интересно, такую юбку с живой елкой прям страшно. Страшно, потому что там все будет сыпаться, выглядеть все это будет. Возьмешь и постираешь. Тоже верно. Весь этаж. А во-вторых, даже если не отстирается, у тебя будет стимул вышить новую. Тоже аргумент. Вещи должны служить людям, а не наоборот. Здесь есть игрушки, которым 20 лет. Ого. Ну, это вот прям те, которые я уже сама покупала для своей семьи будущей, еще даже не будучи не замужем. У нас свадьба в феврале, ага. На как раз Новый год, который был перед свадьбой, я уже пошла и стала покупать уже прям игрушки, которые потом забрала с собой сюда. Угу. У тебя прекрасный вкус. Спасибо. Ой, мне прям очень нравится. Хочется стоять долго и рассматривать все-все-все. Ну, у нас, опять же, традиция в семье. Елку я не украшаю. О, дети? Да, у нас это мужская часть обязанности, поэтому украшает в основном, конечно, мужчина у нас. Пуансетия живая? Да. Как она у тебя так хорошо стоит и выглядит? Ну, я бы не сказала, что она, конечно, хорошо стоит. Она тихо осыпается, но она молодец, она держится, скажем честно. Угу. Ой, мне все хочется ежевых цветов побольше. Но мне пока не очень с ними дружу. У меня даже несколько земляничин выросло дома.
Здорово. Да, но мы с детьми были на даче, и их съел муж. Ну, я... Они испортились вообще-то. Ну да, да, я не это... Не теряю надежд. Уже даже муж стремился с моими попытками что-то вырастить. В том числе траву на... На подоконнике? Ага, просто траву. Сестра такая, а что это, говорит? Так, включила. В какой это технике вообще, что это? Бисер вижу пришит. Это валяние? Нет, это заготовки из фетра. Матрёнин посад. Угу, нанесёнка. Нанесёнка. И там инструкция, где какие бусинки, что пришивать. О, это же всё. Для прибора. Да. Да. Но так как у нас уже есть возможность, что скоро семья, может быть, будет расширяться, потому что возраст у некоторых подпирает, ну, не подпирает, конечно, но все может быть, то я понимаю, что надо еще купить такие 4 штучки. Да-да-да. Потому что оно же может так, знаешь, быстро. А ты готова к этому, что у тебя будет жить с вами невестка? А почему она должна с нами жить? Не с вами, да? Ага. Нет, я не готова к этому. Я считаю, что молодые должны жить одни и притираться без участия. Без взрослых. Ага. И я считаю, что если вдруг решили не встречаться, а жить, значит, они должны отдавать себе отчет, во сколько обходится семейная жизнь. Угу. Красота. Без всяких там снисхождений. Нет, понятно, что по факту никто не бросит, и если мы там одевали своего ребенка, то мы и будем подбрасывать, да, грубо говоря, финансы на то, чтобы он одевался или покупать. Но их хотелки, там, квартплату и так далее, продукты, ну, не полностью мы им будем оплачивать, естественно. Комнату, вот там еще что-то. Смотри, кто там. Девушек мы любим. Животные изображения себя на экране не видят, как я слышала. Да? Угу. Для него это просто цветная картинка. Да? Жених. Чего, и обнимашки можешь сделать? Сделай обнимашки. Обнимашки. А, извините, не с тобой, ну, да? Ну, не со мной. Обнимашки. Сейчас мы развернем. Ну, давай. Интересней? Давай, не пись. Давай обнимашки. Давай, 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 давай. У тебя мой взгляд. Вот так вот. Вот обнимашки. Обнимашки, ты мой хороший. И в ушко расскажешь что-то? Ох, вот так вот, да, вот так вот, обнимашки. Обнимашки, молодец, молодец. Ой, мне так хочется собаку. Вот так, умничка. Ты видела, что вороны умеют разговаривать, могут научиться говорить? Да, нос. От, молодец, молодец. Лапу дай. Дай лапу. Молодец. Дай вторую. Вот умничка. Вторую. Молодец. Замечательно. Ты отличный мальчик. Свободен. Все. Так, ну рассказывай. Это Иволга. Это Иволга. Да. Это был подарок мне от... Ну, больше от супруга, на самом деле. Но на самом деле это на 40 лет друзья подарили им... Все прибабахи были потом докуплены, все эти... Прибабахи. Это вот... Это вот эта вот штучечка, так, которая я... держит свет. А как он там фиксируется? Там клипсы? Нет, мне, по-моему, мне кажется, муж прикрутил. Да, вот эти вот держатели есть сначала в деревяшке, их приделал. Ага. А потом просто эту лампу вставил. Угу. Вот, в принципе, ее можно на разный уровень тоже, вот здесь есть отверстие и... приделывать, но... А вот это потому, что ты не уверена? Нет, не то, что не уверена, просто я сюда иногда нитки засовываю. А, удобно. Поэтому, да, ну как-то не очень красиво, но зато функционально. Иногда нитки сюда кинула, ножницы режу, но тоже бывает, что могу и кинуть ножницы. А, у тебя там что-то, крючок? Да. То есть оно, конечно, не симпатичное, но очень нужное. Вот, изначально оно может занимать любое положение, в общем-то, как бы... Эти барашки мне нравятся, потому что они не жесткие, не, вернее, не железные, да, а все-таки их хватаешь руками, и их удобно поворачивать в нужное направление. То есть можно поближе, пониже, можно повыше. Я любитель двумя руками вышивать. Так как я всегда сижу вот как-нибудь вот так, по-другому нет, то вот одна рука у меня всегда лежит на станке, закрепляю, чтобы он не болтался пожестче.
Вот одна сверху и вторая снизу. И вот тынц-тынц-тынц-тынц-тынц. А вот эти все дополнительные штуки, это тоже от Иволги? Нет, это не от Иволги, это от группы ВКонтакте. Но название я, конечно, не знаю, потому что они на английском языке. Ага. Вот, вот это и вот мусорничка. Очень, оказалось, на самом деле, очень удобная вещь, потому что много лет до этого я складывала все ниточки вот сюда. А они были потом по всему дому? Да. Вот. Вот эту штучку мне муж немножко модернизировал, подставку под планшет. Она изначально была... Ой, господи. Так, она изначально была без вот этого ребра жесткости. Да, и вот без этой стороны. То есть она просто вот вставлялась вот сюда, в пазик вставлялась вот это вот. Ну, так себе. Да. Но она не шла как для планшета, она шла как для бумажной схемы. Ну, а как... А, то есть бумажная, да, она удобно вот ее закрепила, и вот она спокойно там... Угу. Но так как я изначально сказала, что я хочу, чтобы сюда поставить планшет, и я или вот в зависимости от того, в какой комнате я вышиваю, я смотрю телевизор, если... то или вот она у меня с этой стороны, или я ее сюда переношу. То у меня поэтому два бортика сделаны для планшета. Оно как раз даже, в общем, и без вот этой вот штучки, ну, оно может так тоже держаться, не падает. С этой просто, ну, как-то вот уже поспокойнее прям уже закрепил и сагу. Ну, да, да, да. Сюда телефон, ютубчик. Ну, куда ж без него? Ну, можно, конечно... Если не Ютуб, то тогда аудиокниги это прям святой кого-нибудь. А что слушаешь? Последняя это Анна Каренина. О. До этого это было «Прощание с матерой» и «Последний срок». Мне очень понравились Распутина. Нелегкие книги на самом деле, но... Диккенса начала «Рождественские истории», но они у меня не зашли. Это как-то вот не мое. Не читала, не могу тебе сказать. Это не родная рама. Нет, родная. Родная. Это родная. А почему «А» и «Волга»? Арабеска, наверное. А, станок называется «Иволга» от арабески. Да. Ага. Вот. Ну, вот опять же, это же все можно переставить и побольше сделать, и поменьше. И даже если купить другую раму меньшего размера, да, получается, то есть ее же тоже вот эти ноги отсоединяются, здесь есть отверстие. О, вот это очень класс. Но тогда вот эту штуку не приделать. То есть она у меня, так как я вот сижу всегда вот так, мне нужно было как можно шире, чтобы я могла ноги засунуть. Ну, просто еще иногда не я одна здесь сижу, иногда вот кто-то приходит рядышком, поэтому тут тоже должно быть место для... Кого-нибудь. Кого-нибудь, да, на самом деле. Вот, поэтому мне вот прям очень и очень нравится. А сколько она у тебя? Ну, полтора года, наверное, получается. И барашки не разболтались? Нет. Все эти деревянные? Нет. Вот это вот крепенько, без натяжки. Это все тоже очень так. А боковой ты, в принципе, не пользуешься? Ну, она мне как-то не очень зашла, честно говоря. Есть, но... Хотя, когда была большая равномерка, какая-то очень такая, не толстая, да, тогда она мне как-то... Вот. Несмотря на то, что у меня есть Амур, я, конечно, тут посмотрела, призадумалась. Нет, тебе не нужно. Почему? Ну, зачем? У тебя есть Амур. Тут вот... Тут... Ты же тоже под Амуром сядешь, как хочешь. Ну да, вообще. Но мне, я люблю... Хотя я действительно сяду же, как хочу. Да. Ладно. А, ну и плюс, да, у Амура все-таки именно вот это право-лево, ну, поворот рамы. А у меня еще рамы эти. Аманик Квантум от Аманик. Да, они тяжеленные, да, большие. А да. Я, так как я одна процессница, грубо говоря, у меня один натянут, второй может быть маленький, то мне, в общем, вот это все, мне рамы больше и не нужны. У меня вот она одна, и на даче просто тоже второй станок старенький. Все. Не возишь. И не возишь станок, да. Нет. А у нас пока дачи нет, поэтому такой проблемы нет. Нет, но у меня еще недавно появился подпопный держатель от Босса. Для пялец. Очень тоже оказалось удобно. Я с него начинала. Потом у меня появился станок. Я сама выбрала. Мне сестра дарила. Но там очень быстро разболтались и у рамы, и у станка барашки. Они металлические, с этим ключом. И мне кажется, я резьбу сорвала там где-то не раз. А поменять? Слушай, там станок был такой достаточно недорогой. И там несколько всего лишь... Ну, грубо говоря, вот одна нога. Вот, и, ну, что там менять? Там не барашки сами, а сама резьба, то есть мне новое отверстие делать.
И он у меня пока стоит, думаю, может, маме отдам или что-то, но ничего с ним не делаю. Раму у меня забрала подруга. Хотя в раме у меня как раз тоже вот эти вот части, барашки, они сорвались. И, ну, вот опять же металлические. Ну, а у меня появилась квантум, у меня появилась любовь к куснапам. Вот. Сейчас еще шкалины, мне все интересно их попробовать. Ну, у меня как-то куснапы вообще никак. Я попробовала подруги, и я не понимаю смысла вот их держать. Когда есть рама. Ты однопроцессница. Да. А мне столько рам не надо. У меня, например, есть одна рама, ну, то есть у меня одна вертикаль и несколько горизонталей, чтобы я могла пошире их, как бы, ну, разные станки. А все остальное у меня либо пяльца, либо куснапы. Процессов может быть много. Сейчас у меня куснапы займутся, я реоли с вами буду вышивать. И все. Поэтому, я, опять же, посидеть, вот то, что ты делаешь, я также ноги задираю, только я их ставлю и коленями зажимаю куснапы и двумя руками вышиваю. Зачем мне все это надо, когда мне просто с амуром лень разбираться, чтобы переставить раму на куснапы, там тут, там сям покрутил, хотя по сути... По сути, это научился, и 2 минуты у тебя это занято. Да, 30 секунд. И ты спокойно, не знаю, улегся спину нормально назад, не сидишь кривой, вот себя заставить надо. Я надо. Что-то, да. Надо. Да. Здесь это чтобы спорить. Мне вот очень он нравится. Мне вот он всем нравится. Мне нравится то, что у него клипсы, что не надо прижимать, что можно больше, вот когда большая работа, да, получалась, что я вот этот угол просто заворачивала, даже не делала клипс. То есть вот на этой площадке я вышивала, а весь у меня была просто завернута и все. И натяжку хорошую дают. И ты ее в любой момент можешь подкрутить вообще легко-легко. Да. Класс. Мне он прям вот всем очень зашел. Прям. Угу. Да, еще я люблю китайцев. Ой, я теперь тоже так посмотрела. Я тоже, ну, я, по-моему, это сняла. Я тоже китайцев очень богосклонна. Сейчас, когда твои зимние буду снимать, покажу своего любимого, которого я прям хочу. Хотя у меня же остатки будут выше. Насчет остатков. Да, насчет остатков. Овен фирмы, ты же видела, они там выставляют в Инстаграме всякие опросы, не опросы, всякие вот эти. И одна из серий была то ли про остатки. Ну, в общем, какой-то у них там был диалог про эти остатки. Что вы делаете с остатками? И, как я поняла, сама компания Овен относится благосклонно к тому, чтобы остатки от наборов отдавали кому-то, чтобы человек мог вышить еще раз вот это вот все. То есть вроде бы такая, знаешь, тонкая тема пиратства. Вот, авторского права. Мне кажется, туда заложено уже в стоимость набора то, что его могут отшить второй раз. Видимо, да. Потому что нитки есть, ты же никуда это... Ну, вот. Номеров ниток они не пишут. Если только ты там сам подразберешь. Хотя остается у них... У меня, правда, только одна работа овна вышита, но нормально там осталось. Нормально. Да. Но для малышек там на 3 точно хватает. То есть там даже после второго остаются абсолютно нормальные остатки. Ну вот, да. Поэтому, ну и знаешь, тоже разные компании по-разному относятся. Как помнишь, у Юли с Робином было, что один автор такая, вы тут пиратите, а другие такие, да мы только рады. Да, пожалуйста, вышивайте. Да, и никаких там, что вы эту схему распространяете. Сейчас какая-то вообще эра скандалов пошла. Это да, это такая больная тема. Почему? Ну не то, что больная, на самом деле у каждого свое мнение, и, конечно, его надо обосновывать на самом деле. Иногда стоимость набора настолько высока, что ты на него облизываешься, да, и не, ну, понимаешь, что не очень можешь себе его позволить купить. С другой стороны, я любительница наборов. Я не хочу подбирать по остаткам. Но мне никогда не будет жалко отдать остатки. Однако авторские схемы никому не сливаю. Даже подружкам. Принципиально. Принципиально, этот. Да. А почему? А мне кажется, что если человек работал, и они еще не закладывают такой большой процент на пиратство, ну не все, есть вот, да, есть те, кто прям закладывает очень много, видимо, на слив своих схем. И прям провоцирует практически. Да, вот прям к таким очень хочется наоборот сделать. Ну, не знаю, авторские мне как-то... Я понимаю, что работая в фирме, они тоже же, ну, разрабатывают для них, да, и как бы, ну, им платят там официальную зарплату. А здесь человек, отработав на какой-то другой работе, приходит, еще занимается этим, да, то, что приносит ему удовольствие и доход, и лишать вот этой части дохода, ну, мне кажется, неправильно. И к ним относишься еще, знаешь, одно дело, когда ты, ну, это компания-организация, которая, правда, это заложила, а когда это делает
автор, по сути, это такие же мы. Да. Просто она повышивала и решила что-то больше сделать. Да. Ну вот, как-то чисто по-человечески мне как-то вот неприятно было. Угу. Хотя я сама схемы пионерию из интернета. Прям, да, но вышивать по ним почти не вышиваю. Вот, у меня целая папка, на самом деле, схем, которые взяты из того же Димы, еще чего-то. Да. Я не вышиваю по ним, мне не хочется этого делать. Ну, я, правда, авторские, у меня несколько схем куплено, некоторое количество, я пока только марки вышиваю, хотя в этом году у меня в планы, ну, я же это купила, я хочу это... У меня даже собран материал, надо взяться и сделать. Много что надо взяться и сделать, угу. Давай так честно говорить на самом деле. Но на все же не хватает времени. Да, да, и начинаешь приоритеты выбирать. Сколько у тебя наборов в год вышивается, навскидку, вышивок? Нет, да. Вышивок или набор? Давай так, сколько вышивки в год у тебя? Вот твой КПД. А давай мы дойдем там до блокнота. Пошли. Давай. Так ты мне отстегни. Окей. Все-таки хочу побольше поснять. Она мне очень нравится. У нас еще есть такая традиция в семье. Мы каждый год покупаем шарик или игрушку с символом. Я забыла, но мне мама привезет с дачи. У меня эти пинки тоже почти... Штук 8, наверное, уже с символами года. Тоже там на лестнице вешаем, красивенькую. Вот. Да. И один из лучших подарков, который я мне когда спрашиваю, что тебе подарить, я говорю, любую елочную игрушку, красивую елочную игрушку. Не обязательно дорогая, но она должна быть чем-то вот ну, такая, цеплять. Я понимаю, о чем ты говоришь. Вот. Вот этот, например, вот он... Вот Новый год, вот в этом году купила. То есть он же необычный. Ого, да. То есть как бы я таких не видела. Вот он новенький. Вот то, что на нем вышивка. Да. Еще же, а так всегда приятно. Народ еще нашел и что-то прям увидел. Да. Прям вот в твое. Да. Вот они все разные. У меня есть не очень любимых парочку, но их реально вот они две штуки всего. Остальные они мне все настолько нравятся. У меня есть шарик, который... Это же не для съемки. Да и пусть, не, что не это вырежу. У меня есть шарик вот там вот в глубине, вот со змеей. Так, сейчас. А я его сейчас сниму, подожди. Так. Ой, миленькая. Вот шариков со змеей вообще не было красиво. Ага. Мне подарил младший ребенок, он стоил 47 рублей. Он говорит, ну это как-то дешево. Я говорю, понимаешь, зато мне нравится. Да. Вот он, она меня не бесит, эта змея. Она симпатичная, да. Шарик милый. Вот все 33. Ну и что, что она 47 рублей? Да. Просто я запомнила, что он прям переживал, что мам, ну как так? Ну что ты такой дешевый подарок-то? Ну, вот. Ой, божечки. Да, они все, они реально все как бы вот... Они друг на друга не похожи. Вот это тоже вот один из таких старых, тоже ему лет там 18-19 тоже вот как бы покупали. Ну ты меня вдохновила на самом деле, потому что я вроде как тоже старалась к Новому году покупать какие-то елочные игрушки, но это было все ни о чем. Я теперь понимаю, что я хочу и какую елку я хочу видеть. Ну, это стекло у стекло. Тебя все. Нет, не все. Ну, большая часть. Верхняя, да, часть стекло. А внизу мы специально вешаем пластик, потому что у нас очень же много детей, родственников, и вообще к нам часто дети приходят. Поэтому вот начиная вот отсюда, вот они все идут. Вот они у меня под елкой все ползают радостно, домик туда залезают, все как положено. У нас, ага. И вот там пластик, чтобы они перевешивают эти все игрушки еще периодически. У нас 2 года подряд за буквально 10 минут до Деда Мороза дети роняли елку. Она же живая, там же с водой. Все это разливалось, рассыпалось, падало. Детей надо одевать. Вот сейчас придет Дед Мороз. Самой надо одеться. Елка. И это было каждый раз так за 10 минут. Поэтому пока у меня, наверное, пару лет я пособираю вот так же игрушки, когда будет 5 хотя бы там младшему, я уже буду готова их развешивать. Но они правда такие классные, необычные. Необычные. Вот этот вот шар старший подарил папе 2 года назад. Они ездили на фабрику елочных игрушек, и вот он оттуда привез этот шар. Ну, в общем, просто все те, кто близкие, они знают мою страсть к игрушкам и стараются, да. Угу. Знать, что мне
красивые свечи, красивые эти, салфетки. Да, свечи. И красивые елочные игрушки. Вот все, что как бы мне из такого вот на Новый год, это то, чему я, знаешь, вот прям реально буду рада вот всегда. Витька. Я тебе по секрету скажу, что лучшие игрушки это в Хофе были игрушки, которые стоили 4000, то у них после 2 января 40% скидка. О-о-о. В гостиной. Это прям, знаешь, это вот... Большущие, в смысле? Большущие, да, они прям интересные. Они, знаешь, они... Там, например, будет камин, на камине будут игрушечки, рядом будет Санта-Клаус, там подарки, и это все из стекла будет. Вот оно вот 3, там, 700, но минус 40%. Это вот, вот буквально там в течение 5 дней в гостинке можно поймать. Ага. Это мы вот пару лет назад увидели, но в этом году, честно говоря, я так как-то и не сподобилась на покупку. Угу. Ну, к этому тоже надо подготовиться, и надо, чтобы душа прям захотела. Да. А еще интересно. Тут, видишь, я еще даже просто писала, когда я, наверное, закончила. Даже, мне кажется, это не начало, не от и до. Ну, скорее всего, да. По факту. Вот как меняется подача. Да. О, хочушки. Это еще не нумеровала. Угу. Ты пошла по елочным игрушкам. А, ну это, видимо, был январь, да, вот январь видно. Дальше елочные игрушки отложились. Наверняка пойдут ближе к Новому году. Ну да. Угу. Да. Ну вот да, хрюни от Алисы это как раз вот. Угу. Так, из этого вот нравится авторская схема. Что-то куплено? Да, вот и Елена Аверина. И вышито? Это другой вопрос. Вот, еще серебряная елка куплена от Петуновой. Да, да. И тоже лежит, ждет. Ага. Ну, Петунова, кстати, вот то, как она отреагировала на наш совместник, что она была очень... рада, что мы будем вышивать ее гусей, и никаких вопросов не задавала про пиратство, я прям зауважала, хотя это дизайнер с именем. Бесперстова, верх к мечте, два. У меня от нее тумана котик, и я очень хочу ворона. Отбровка у меня несколько... отбровка я в совместнике участвовала, и тоже несколько вышивок, которые я хочу в этом году, по-моему, вышить. Ну, пока у нас здесь не совпало, авторы совпадают. Вот тоже Наталья Орехова, у меня стрекоза ее вышла. У меня вообще много, но по факту, когда я уже начинала, это вот когда я для себя открыла авторские схемы, вот стала записывать. А по факту получается, что не настолько я сильно люблю авторские схемы, что, опять же, мне проще набор, мне это больше нравится. Хотя у меня полная палитра СХС, у меня очень много Кирова, у меня тихонечко собираются остатки ниток от Дима. Ну, а у них номера не меняются? Мне кажется, Дима что-то там нет. С номерами было, нет? Ну, чуть-чуть там буквально, они пишут старые новые в скобочках. Ну, в основном все равно... Нет, не в основном, 99% это набор. Я вот тоже предпочитаю наборы, и я редко что вышиваю авторское. Хотя вот те же марки, например, ну, я благодаря им собираю... О, багетка. Благодаря им я собираю DMC благодаря маркам и ПНК благодаря бутылочкам от Коноплеч. Потому что бутылочки, почему я стала ПНК вышивать? Я списалась... Первый мой опыт авторская схема. Был «Листья лета», совместник от... Ой, не соврать бы, отбровка, по-моему. Да. О, отстирать канву. О, так, девочки, внимательно смотрим и читаем. Так вот, был, значит, совместник 4 рисунка. Думаю, о, это же бесплатно, мне надо только купить материалы. Это же дешево. И пошла я в искусницу покупать DMC. Угу. Купила я, в общем. Поняла, как это недешево, как это недешево бесплатные схемы, любые схемы. Вот, ну и поэтому, когда появились бутылочки, которые я очень захотела вышивать, я стала вышивать ПНК. И, в принципе, мне понравилось. И ПНК нитки понравились, и вот это все. Вот.
Так, тут всякие интересные лайфхаки. Ты, если что, скажи, я там вырежу, если есть что-то прям интимное, что не надо показывать, потому что я потом все это буду перечитывать, пересматривать. Так, а это что ты писала про равновесие? А это я не знала, кому как, что относится, аккаунт какой. А, да. Угу. Я поняла. Так как у меня, честно говоря, не очень все держится в памяти. На самом деле просто делишь на два. Это я потом узнала. Понятно. А тогда как бы для меня это вообще темный лес был. А когда была какая-то вот одна такая группа болтологии, это не вышивка общения, другая большая тоже. Забыла. И там вроде как можно было спросить, но там все такие гуру сидели, что когда ты спрашиваешь, на тебя, извините, ушат помоев выливали. Да что за люди? Поэтому проще было где-то посмотреть, и чтобы не забыть, просто подписать на самом деле. Потому что каждый раз выставляться, мягко говоря, дурой было как-то не камильфо в 2017 году. Это сейчас мне уже все равно. Я подойду, спрошу, чем это от этого отличается, и мне как-то все равно, кто что подумает. Как мы тут не так давно считали семьей, Серега пришел с заданием. Значит, сколько будет стоить перевести 6 верблюдов в 4-осном вагоне? Значит, из точки А в точке Б. Это, прости, какой предмет? Это логистика. Осторожно, значит. Паспорт, сколько это будет стоить? Он посчитал с одними данными, посчитал, значит, сколько аренды этого вагона. То есть там было, что это не собственный вагон, это, значит, там из парка, много всяких нюансов, мы все посчитали, он посчитал. Я слушала, честно, я как бы просто красивая в семье. Поэтому он посчитал, значит, муж проверил, Женя все это тоже ему сказал. Я говорю, слушай, звони тете, моя сестра, она как бы как раз логист. И она вообще говорит, слушай, а почему ты повезешь животных в крытом вагоне, они тебе сдохнут, их надо в скотном вагоне вести. А это совершенно другие тарифы, понимаешь? А там было условие про скрытый вагон? Надо перевезти 6 верблюдов. Все, в 4-осном вагоне. Больше, ну и как бы, что это вагон арендованный, там, грубо говоря, не собственный. То есть все, как бы, сопровождение проводника, сопровождающего. А то, что сопровождающий тоже должен ехать, и он не может ехать в скотном вагоне, да, его надо оплатить в другом, там, в плацкарте, например, и ему питание, и т.д. и т.п. тоже надо, и обратный билет. То есть, вот практика, да, и теория. Да. А вот это, кстати, про систему образования, что сейчас разные же программы учебные, школьные. И есть программа, как у нас «Школа России», самая основная у нас. Она близкая к тому, что было у нас. А есть программа, называется «Перспектива». Она вторая по популярности, наверное, считается по качеству. И вторая по... О, уже Новый год начался. Уже два финиша. Класс. Вот. И вторая по значимости. Ну, как бы по количеству ее, насколько она... Так, поставлю на елочку и эту болтологию, пожалуй, оставлю. По тому, сколько школ по ней, значит, учатся. Если с первой все понятно, со школой России, как у нас все происходит, то программа «Перспектива» работает на логику. Ну, вот из серии задача «На березе растут...» Знаешь, вот эта старая вот эта тема, что на березе растут 6 шишек, и правильный ответ — на березе не могут расти шишки. И тут у меня как бы возникает возмущение. Если это математика, то неважно, какая дается задача, ты просто рассчитываешь именно математически. А здесь ты должен логически подумать и вот это вот сказать. И вроде бы как перспективы учат их мыслить логически. И вот как раз вот та система про то, что а почему надо ехать в скрытом вагоне, почему вот так? Ну, если, правда, была бы задача про крытый вагон, это было бы совсем про перспективу, и надо было сообразить, что это нифига не крытый вагон. Но интересная, на самом деле, тема. Но программы различаются только до 4 класса. Да. А дальше все одно. Да. И это, по-моему, «Школа России» называется дальше. И смысла вот в логических задачах, когда вы сидите по 2-3 часа, все взрослые в семье, пытаетесь решить эту одну задачу, и сидите вы до 12, до часу ночи, да, и потом вы обзваниваете, потому что раньше родительского чата не было, и вы обзваниваете других родителей, которые тоже хоть как-то кумекают и пытаетесь решить эту задачу, и вы приходите в 5 класс, а там на кой черт это надо? Да,
Как я уже сказала, это моя не последняя поездка к Лене. Она продолжает также вышивать и показывать красивые работы. Также у нее, не знаю, кстати, наступила ли весна в доме или нет, но подозреваю, что зима-то уже точно закончилась. Ну и много там было не снято. Я не сняла еще кухню, у нее очень интересно подписаны ящики. Я не сняла рулон вышитых работ. Ну и, естественно, те картины, которые поменяются, тоже будут. Я надеюсь, что такой формат видео вам понравился. Очень надеюсь, что Елена не единственный человек, у кого я побываю в гостях, потому что в гостях мне очень понравилось. Смотреть, трогать все вышитое понравилось. Столько можно узнать интересного, потому что я от Лены уехала с впечатлениями, это точно. Надеюсь, и вы тоже. Но я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Пока!